На Кореневском карьере прошло первенство городского округа Люберцы по гребле на байдарках и каноэ. В соревнованиях приняли участие около 50 детей из Люберец, Бронниц и Москвы. С юными спортсменами познакомилась и наша съемочная группа. Я искренне хотел бы, чтобы на этом водоеме рождались великие спортсмены гребли и каноэ, становились бы чемпионами мира, Олимпийских игр. Я в этом абсолютно убежден. Первенство городского округа Люберцы по гребле на байдарках началось с открытия мемориальной доски заслуженному тренеру СССР Якову Костюченко. Именно он был одним из инициаторов создания гребной базы на Кореневском карьере. Отныне она будет носить его имя. На торжественной церемонии присутствовала семья спортсмена. У ваших юных спортсменов был совершенно замечательный, блестящий дебют на областных соревнованиях. Вы работаете всего ничего, а у вас появились уже первые звездочки. И то, что вы сделали здесь для этих детей, это уже достаточно для того, чтобы дать старт в перспективе большой спортивной карьеры. Первенство городского округа и есть тот самый старт карьеры для 12-летнего Алексея. Это уже вторые соревнования, в которых он принимает участие. Юного спортсмена поддерживают родители. Вот непосредственно сейчас будет дан старт его заезда. Мы живем рядом, мы сюда не приехали, а пришли пешком. Поэтому, когда гуляли мимо карьеры, увидели, что наконец здесь появилась база. Очень обрадовались и записались в секцию. Честь городского округа Люберца отстаивали 10 байдарочников. На этом карьере они тренируются почти каждый день, но выступление перед публикой всегда волнительно. Первый раз выступаю, поэтому необычно и, как бы сказать, очень устал. Я такая никогда быстро не гонялась. Участников первенства распределили по 4 возрастным группам. Каждому спортсмену необходимо было преодолеть дистанцию 200 метров. Для победителей, призеров заплыва, а также для их тренеров, организаторы соревнований приготовили памятные и сладкие призы. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.